Дорогие партнеры, всем привет! Сейчас я планирую свой бизнес на декабрь месяц и хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание о важности планирования и правильном закрытии квалификаций. Как вы помните, в прошлом месяце за 3,5 недели я выполнила квалификацию 9%. Так вот, все успешные люди на следующий месяц до 15 числа подтверждают свою предыдущую квалификацию. Для чего это нужно сделать до 15 числа? Да потому что 15 число – это еще середина месяца, и как раз оставшуюся часть месяца мы можем увеличить свой результат и повысить квалификацию. Если мы закрываем квалификацию до 15 числа, текущего месяца, у нас есть время для роста нашей квалификации. Если же мы закрываем квалификацию ближе к концу месяца, мы, как правило, ее подтверждаем, да, которую имели в предыдущем месяце, но у нас не остается времени на рост. Поэтому я ставила планку себе к 20 числу закрыть те 9%, которые были у меня. Могу сказать про себя, что я 10 ноября закрыла уже квалификацию 9%, то есть я ее твердо подтвердила, она стойкая, уверенная. Сегодня у нас 19 число, я закрыла уже квалификацию 12% несколько дней назад и уже смело, уверенно иду на повышение. Поэтому важное четкое планирование имеет место быть. Кому интересно, как я планирую квалификации, переходи по ссылке и смотри видео, как я планировала свой первый месяц работы и какой результат мне это дало. Ну что ж, с вами была Олеся Селезнева. Судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а потому, сколько зарабатывают мои партнеры. Всем удачи, всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.